видео для тех, кто только присоединился к нашей группе, хочет заказать хамон и доверием пока не проникся к нам, так как ничего не заказывал. Вот мы приехали на фабрику Монте-Сьерра. Здесь у нас хамончик. У нас есть заказы, будем их сейчас выполнять. Вот у нас вход в торговый зал. А вот хамончик, который я вам предлагаю. Ножка готовенькая, не взвешивается на килограммы. Эта ножка у нас хамон 50% Iberico. Самый такой доступный вариант. Стоимость 98,58, ну, грубо говоря, 99 евро. Ножка такая от 6,5 до 7 килограмм выходит. Все, кто покупает этот хамон, всегда остаются не то что довольны, а просто безумно довольны. Это отличнейший хамон. Ну и, соответственно, есть и другие хамончики. Это у нас передние ножки Палето Себо де Кампо 14,03. Это уже по килограммам идет. 100% Палето Iberico де Бейота 25,37. Это тоже за килограмм цена. Есть маленькая ножка 50% от 6 до 6,5, стоит 88,58. Она тоже не взвешивается, это цена за ножку. А здесь у нас нарезочка продается. Вот она. Ола. Тут ручная нарезка, это 100% по 100 грамм упаковочки, 50% колбаска. Не колбаска, это балычок лому. Цены тоже очень разные. Начинается от 36 за килограмм. Лому, но это лому, все лому Iberico. Ну и вон он 100% висит. 38,41 за килограмм и 43,48 за 1 килограмм.